Государственная итоговая аттестация состоится в мае. Как правило, готовиться к нему начинают задолго до. Ведь чем больше вариантов пройдет школьник, тем меньше он будет волноваться при сдаче экзамена. К такому ответственному периоду готовят не только детей. С родителями девятиклассников кадетского корпуса провели онлайн-конференцию и ответили на основные вопросы о предстоящем экзамене. Сегодня мы познакомим с положением об экзаменах, с распорядком экзамена, с основными правилами проведения экзамена. И впереди у нас встречи направлены на то, чтобы родителей познакомить со всеми правилами проведения экзамена, чтобы снять напряженность у детей и родителей. Родители ожидают целый цикл подобных встреч. Основная задача – развеять все страхи и прояснить непонятные моменты, чтобы подготовка ребенка к итоговой аттестации проходила максимально спокойно и легко.